У нас две посылки, одна с трек-номером, но я честно не проверял, что там вообще. Нет времени, поэтому мы открываем быстро и будем по ходу смотреть, что там. Вот это пришла без трек-номера. Сейчас посмотрим, что же там дошло нам. Это что? Black Mask. О, это так называемая хваленая маска, которая якобы очень хорошо уделяет, убирает черные точки на лице. По консистенции реально черная, густая. 50 мл, по цене что-то 2 бакса с копейками. Ссылки дам, не знаю, работает, не работает, проверю. Может быть, потом отпишусь или сниму видео, посмотрим. И вот такая вот посылка весом 370 граммов. Не совсем понимаю, откуда мне ее лучше начать скрывать. Наверное, вот здесь вот мы ее вскроем. А здесь у нас флакон, так, 4, 5 флаконов белой краски Динамик, стоимость 24, по-моему, или 25 долларов. Всем спасибо, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пока.